пойму. Ютуба. Ютуба? Да. А представь, его собрались отключать. Его не отключат. Его отключат, сказали, в России Ютуба не будет. Я во Францию поеду. В какую Францию? У тебя денег на билеты есть? Есть. Надо учить. Не хватит тебе денег, потому что надо еще закончить скорочтение и выучить французский язык в таком случае. Буду просто смотреть YouTube. Давай так, ты будешь читать каждый день, а мы тебе на выходных будем показывать старый Катрусинкин зал. Ровно час. У вас детку бабуя была, но мне хотя бы хорошее сделаете. Да мы тебе сделали хорошее детство. Какое? Какое? YouTube не разрешает. Вот хорошее детство, нах, доченька. Нет, сядь ровно, доченька. Сядь, доченька. Я тебе расскажу, какое тебе хорошее детство сделали. Захотела в бассейн, поехала в бассейн. Захотела на море, поехала. Не пошла пешком через лес, через Волхов, а поехала на машине. Да. А у мамы знаешь, какое развлечение было? Какое? В детстве. Какое? Сделать уроки быстренько и гулять, если разрешат. Чтобы попрыгать в скакалки и в резинки. И поиграть в казаки-разбойники. Ты знаешь, что такое казаки-разбойники? Нам вообще об этом в школе не рассказывали. О, вы даже не знаете, что такое казаки-разбойники. Ну, хочешь, я тебя научу играть в казаков-разбойников? Я хочу YouTube посмотреть нормально. А для казаков-разбойников нужно только кусок мела и 4 человека. И все. А для того, чтобы прыгать в резиночки, достаточно 3 человек. Нет, тут зачем? 2 столба и ты. Или 2 табуретки. Давай мы тебе резиночки сделаем. Будешь себе прыгать. Я хочу посмотреть, что дети были подвижные, худые. И все. И читать ты за это не хочешь. Нет, потому что я уже почитала. Я уже почитала. Нет, ты сделала скорочтение, но ты еще не читала. Ты же не почитала еще. А ты обычно получаешь... Ты почитала? Нет. Снеговики, да. Я еще напоминаю, 3 марта написали сдавать проект. Что такое проект? Хрен его знает. Я знаю. Что такое проект? Проект значит сделать какую-нибудь поделочку. Нет, не поделку вовсе. Там надо прочитать книжку. И рассказать. По этой книжке что-нибудь сделать и это презентовать. Презентовать. Морковки сделала снежной души. Морковки начитали все, а надо прочитать про Петьку Микроба. Папа, именно про снеговиков. Не про Петьку. Нет, не снеговики. Нет, это общий проект. А должен еще быть отдельный проект. А, тогда я проект сделала. Это можно все... сделать книжку самостоятельно. Родители могут помогать. А все тогда сделала, я уже там не знаю, что тут делать. Кирусик, ты не уходи от ответа. Катрусин кинозал хочешь? Нет. Надо каждый день читать? Как будто бы Ютуба уже нет. У тебя будет детство, как у мамы. У тебя будет детство, как у мамы. Хочешь? Я хочу детство нормальное, как у других. Как у кого у других? У других, как у Вани. Как у еще кого-то. Все же смотрят Ютуб. Вот это и все же. Все смотрят Ютуб. У нас даже Костя Ютуб смотрит. Ну? И то он тупой. Кто? Костя. А ты умная? Умная. Ну, дайте мне посмотреть Ютуб. Рассказывай, что ты жалеешь? Меня игрушки жалеют. Игрушки жалеют? Потому что тебе Ютуб не показывают, да? А что ты в Ютубе любишь смотреть? Майнкрафт. А ты до скольки вчера смотрела? Я вчера смотрела долго. Но я там новую серию включала. Потом папа его выключил. Но она же не могла же сохранить. Мы с мамой уже уснули, а ты смотрела. Я посмотреть хочу. Опять? Посмотреть я хочу. Без этого никак? Может, Катрусин кинозал? Нет, я хочу YouTube. Той, которая интересна мне. Кому интересно? Мне. Что тебе интересно? Майнкрафт.
А еще? Майнкрафт интересно, реалистичный, нереалистичный. Интересный. У тебя же свой Майнкрафт есть. Есть. Но телефон разряженный. И что? И все. И все. И за телефон почитать надо, да? Да. Две проблемы. Пока ты будешь читать, ты зарядишь телефон. Логично? Логично. Я не люблю читать. Типа я почитала задание впустую. Что дальше делать будем? Ничего, смотреть YouTube. Ну смотри свой YouTube. Шучишь? Нет. Ты смотри понарошку. Как понарошку? Это же не как будто бы ты его смотришь.